Всем огромный привет! Я уже сегодня отучилась. Сегодня у нас было патологическое акушерство. Мы проходили узкий таз, биомеханизм родов. А сейчас я пришла к маме и буду вкусно обедать. Мое меню, мой обед состоит из пюре, курица, огурчики и яблоки. Чай? Чай, конечно. Я уже приехала домой. Мама мне с собой нагрузила целый пакет тяжелый. Сейчас приду, покажу вам. Но здесь только я горловину свою положила. Я сейчас хожу вот в этой шапочке. Синюю не ношу. Вот это мне очень нравится, правда. Вчера немного лоб чесался. Сейчас увижу свою жаржетку и малышей. Бегом. Привет, привет. Ты ждешь меня уже? Ты меня уже ждешь, мое солнышко, моя девочка, любимая моя. Ой, уже меня ждет, выжидает. Ой, сразу мурлычет, сразу. Ой, вот смотрите, видите, пузенчика нету. Это снова малышка Жо. Все, малышка Жо Жиряна. Ой, зевает. Соскучилась по мне, все. А вот она я. Все. Шапочка. Я сегодня была в своем сером платье. Красивом. Нравится оно мне. А это нам Валентинку дарили. Был какой-то конкурс. Мы участвовали. Вот она наша главная героиня, дважды мама, повелительница всех подоконников, королева всей квартиры, хозяйка этой жизни и наших судеб, особенно по ночам. Так, я уже переоделась, срочно иду на проверку. Ти-дикс. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, прилетела смотреть. Ой, разговаривают, просыпаются. Разговаривают, просыпаются. Ты, зайчики, да. Жожа, 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 Жожа. Так, открыла я здесь окно на проверку. Вот. Вот у нас опять свинюшечка. Тут немножечко покушал. Кто вот этот чертик? Она у меня такие трюки, я в Инстаграм записывала, какие можете зайти и посмотреть в Инстаграме. Софи Инсомния, ссылка есть, можете посмотреть, какие она у меня трюки выворачивает, чтобы получить жидкого корма. Да, моя солнышко? Она подсела просто на Феликс и не может просто от него отказаться. На самом деле так оно и есть. Этот Феликс, это просто... Вот этот шикарный корм дорогой, она очень мало стала есть. Ну, может быть, потому что сейчас она, кстати, не беременная, но у нее сейчас период лактации, поэтому я не знаю, почему так немного все-таки она ест. Вот. Вот такая она у нас прелестница, девочка. Ой, Жоржа, ну что ж ты там лижешь-то? Это она реагирует, что у нее там кто-нибудь проснулся. Так. А сейчас для вас специально неделя жизни наших зайчиков. Вот так вот они выглядят на первую неделю жизни. Я пришла, конечно, они спят. Чуть позже они проснутся. Все, кое-кто начал искать маму. Маму Ситу Синьориту. А она у нас кушает. Она у нас вот так кушает. Вот посмотрите, что она творит. Все выкладывает на пол. Это же вообще... Жоржа, ты бесстыдница, Жоржа? Жоржа, ты бесстыдница? Ты бесстыдница, что ли, Жоржа?
Какие у него глаза красивые, салатовые цвет, прям под тарелочки. Ну все, буду сегодня ей мыть. Каждый день ей приходится мыть, чтобы вот так вот на следующий день было, когда приходишь усталый. Да, Жоржа? Ну, потому что очень вкусно не в тарелочке есть, да? Не в тарелочке, как плов едят руками. Вот так вкуснее. Так вкуснее просто. Жошка, конечно, у нас нереально красивая. Опубликовала пост ВКонтакте. Ее опубликовали в группе «Коты». И там столько комментариев. Я сегодня сидела, маме читала. Там столько комментариев о том, насколько прекрасны наши пупсики. И Жоржетта, поздравлений. И сегодня именно неделя, как они у нас родились. Наши зайчики. 7-й день получается сегодня. 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7-й день. 7-й день вот этим счастливчиком, вот этим зайчиком, пупсиком сладеньким. Вы только посмотрите на эти мордочки. Тут, конечно, темновато, но все равно видно, мои дорогие друзья. Все, пока мамочка кушает, а я пойду разбирать сумочки. Так. Вот. Сумка. А, кстати, у меня здесь горловина. Я ее не надевала, потому что меня довезли на машине. Вот. Джорджик, конечно, тоже сумочки будет узнавать, что, как, где. Так. Сейчас. Так. Какой красивый пакет, смотрите. Я поняла, здесь платье. Это мне сестра передала. Так. А вот что для меня. Банка варенья. Это вроде бы яблочное варенье. Да, это яблочное. Сейчас самое-самое крутое. Тэдэнс! Это неделя блинов. И я делала блинчики своей подруге на новоселье позавчера. Потом я приехала домой, делала дома блинчики. Еще вчера доделала закваску свою на блинчики. Но это не закваска, это не тесто даже. Что, как правильно это называется? Я не знаю, напишите мне, пожалуйста. Надо посмотреть. Яблочки. Яблочки здесь обернуто в ткань. Еще одна баночка варенья. Вот такой вот шикарный набор. Сегодня как раз буду с вареньем, с блинчики. Вот такой вот набор. Шикарнейший просто наборчик. Только посмотрите, как приятно. Какие цвета. Отлично. И полотенчики для посуды, для того, чтобы все протирать, тряпочки. И сумочку я складываю, чтобы потом ей снова воспользоваться, потому что эти контейнеры я отдам обратно. Такие дела. Сейчас буду, у меня есть чем заняться. Вот Джорджа у меня здесь активно наблюдает. Да, моя девочка, моя солнышко, моя принцесска. Ой, моя девочка, так люблю ее сильно очень. Так, это все пока закрываю. Буду убирать в холодильник. Так, это все я буду мыть, убирать в холодильник. Thank you.
Вы посмотрите, только-только родились, уже все хотят лежать, как мама. Вот, видите, три моськи. Сейчас еле как их отсюда убрала. А здесь у нас кое-кому уже снятся сны. Снятся сны. Мамочка у нас здесь. Один, конечно же, ест. Мамочка у нас здесь мурлычет. Кто-то куда-то бежит. Дергается. Все дергается, все работает. Потому что только что налопался. Еще даже не закрыл. Все еще хочет. Бежит куда-то, бежит. Периодически бывает такое. Слишком малы еще. Сладенькие. Мои малипусики. Чудо расчудесное. 6 дней, друзья. Завтра уже будет 7-й день. 7-й. А послезавтра уже как неделя, как уже на планете Земля.